Всем привет! Представляю вам обзор фирменного монитора Xiaomi на 27 дюймов с яркими красками, очень тонкими рамками, тонким дисплеем и самое, что главное в нем привлекает, это его цена. Xiaomi создали монитор с невероятно тонкими рамками. Три тонких края, два по бокам, один сверху, почти незаметны. Они расширяют возможности дисплея, так, например, вы сможете соединить несколько экранов в одну картинку и наслаждаться бескрайним изображением. Толщина монитора составляет всего 7,3 мм. Он занимает минимум пространства на рабочем столе, а разрешение 1920 на 1080 пикселей Full HD обеспечивает передачу четкого и естественного изображения без искажения цвета. Угол обзора экрана составляет целых 178 градусов. Для любителей провести за своим компьютером несколько часов в день в мониторе имеется режим низкого уровня синего света. Он фильтрует коротковолновое излучение и снижает давление, оказываемое на глаза. С ним вы можете долгое время смотреть на монитор и не чувствовать усталости или напряжения. Если развернуть монитор, то сзади мы видим стандартный набор интерфейсов HDMI, VGA и разъем для наушников. Сам корпус состоит из металлической основы и высококачественного пластика. Дисплей монитора можно регулировать по наклону. Приобрести данный товар вы сможете на нашем сайте medifishome.kz, либо написать нам в директ. С этим и многими другими товарами вы сможете ознакомиться в нашем инстаграм medifishome.kz, а в приложении Каспи Магазина мы размещаемся как Xiaomi Store.kz. Желаем вам приятных покупок!